Пожар в крытом паркинге одного из столичных ЖК закончился массовой эвакуацией жителей высотки. Многих пришлось спускать по телескопической лестнице прямо из окон. Не обошлось без пострадавших. С места ЧП с диагнозом отравления угарным газом в больницу увезли 54-летнюю женщину. В самом паркинге сгорело 6 машин. Мужик выбежал с криками «пожар, пожар». Там был хлопок взрыва. И, соответственно, было страшно, и я уже не пошел дальше тушить машину. Я побоялся, и, соответственно, я зашел домой, быстро выкуривал свою маму. И пока мы уже вышли, за каких-то там буквально еще 2-3 минуты весь паркинг уже окутался дымом. По предварительным данным пожарных, произошло замыкание электрощитового оборудования. Оно находилось в непосредственной близости от припаркованных автомобилей, которые начали гореть по цепочке один за другим. Концентрация угарного газа была настолько сильной, что прежде чем приступить к тушению, спасателям пришлось использовать специальное оборудование для удаления густого дыма. Полностью потушить пожар удалось только спустя 5 часов. В итоге 6 автомобилей сгорели дотла и как минимум 4 получили повреждения. Сагындыку Сосбаеву, можно сказать, повезло. Его кроссоверу необходима лишь капитальная мойка и основательный автопарфюм салона. Все, мы стояли, ждали полностью, пока все это потушат. Вот только все потухло, получается. Сейчас время вот 4:30. Вот только выгнали машину оттуда. Все черное, ничего не видно, получается. Ну, будем разбираться, будем ждать, что скажет вообще полиция, пожарные, что скажут.